Привет, привет, мои дорогие! С вами я, Наташа. И мой канал, который называется «Мама Наташа». Мама Наташа, богиня мукбанга. А что у нас сегодня на мукбанг? А у нас сегодня котлетки с макарошками. Нет, с пюрешкой. Пюрешка сваренная. С молочком, толченая с молочком и с маслицем. Чувствуете? А еще зелень в студии. Ну, не ходила в магазин. Огурец-то у меня был. А помидорки пришлось открыть за эту собственную приготовление. Зря лишний раз в магазин не ходим. Обалденно вкусно. Все вкусно. И зелень. В моем случае это укроп. Забыла. У меня есть ножик для котлетки. Правильно держать. Как? А котлетку московские. Куриные. Тоже. Собственное приготовление. Это же очень вкусно. Ну, естественно, у меня же есть видео, в котором мы с вами готовим эти котлеты. Котлетка домашняя. Ничего лишнего. Все как нужно. Только курочка, фарш, хлебушек, яичко. Естественно. Представляете, как вкусно? А еще нам жарено на сухариках. В сухариках, блин. Которые же я сама сделала. Картошечку у меня удалась на славу. Очень вкусная. Кстати, я вас не пригласила, мои дорогие. Присаживайтесь со мной. Кто еще не кушал? Добро пожаловать. Видео снимаю хаотично. Сегодня я работаю, типа. В общем, даже не знаю, в какой день. Я потерялась. Пока работаю в усиленном режиме. Как у вас настроение, ситуация? Сейчас что расскажу. А вчера, ну что-то листала видео, уже поздно уснуть не могла. Ну, тема мукбангов, чего-то. И нашла, значит, одна девушка. А я ее давно-давно как-то видела. Ну и все. Ну, она... Типа ее про... Я не знаю, сколько у нее подписчиков, у нее закрыто. Но рекламки еще нет. И в общем, ее типа попросили рассказать. Свое мнение о Судаковой.
И она сидит, рассказывает свое мнение. Ну, как что, как у нее на канале у той. Что, о чем ее канал вещает. Я пишу. Она была тогда на меня подписана. Я говорю, ну вы же вроде на меня подписаны, осуждаете. Ну и все. Ничего лишнего я не сказала. Конечно, там осуждение. Каждый зарабатывает как может, да. Ну, было что-то про деньги сказано, сколько что-то она зарабатывает, там, тыры-пыры. И я написала, что... А еще написала, что, типа, это YouTube, и каждый ведет там себя как может. Сегодня она мне пишет. А вы же пародия есть на моем отличника? Типа. Я говорю, пародия и обсуждение человека. Совсем разные вещи. Пародия есть, я уже говорил, как Галкин пародирует. Сколько пародистов? Винокур. А когда ты обсуждаешь человека, осуждаешь. При том, что я поняла, что она очень сильно верит в Бога. Там была такая тема затронута еще там. Ну, в общем, вот так вот. Ну, раз человек верит в Бога, ходит в церковь, в храм. Зачем же осуждать? Тем более идет Великий пост. Не судись других, не судим будешь. Я уже говорила, я даже многим девчонкам, с которыми мы общаемся, по-моему, даже где-то на видео говорила, что даже самый там же мама отличника, она вполне нормальная женщина в жизни-то. Но естественно, она себя так ведет. Для чего? Чтобы быть фриком. А фриков очень любят. Да, дорогие мои? Да, девочки? Вы же любите меня, девочки? Девочки, помидорка, девочки. А как же ваша шпротная диета, девочка? У меня только завтрак, девочки. Вообще я мясо не ем, девочки. А курица это не птица, не птица. Значит, это не мясо. Кстати, эти котлетки, они получаются как будто как колбаса. Только когда я это видео смонтирую, неизвестно. Днем московские котлетки-то будут. Сидим дома. Завтра на работу. Я набралась. Ну, пора опять убираться. А, да, девочки, 2 стакана воды. Не забываем, я выпила. Но сидишь дома, и так хочется кушать.
Это моя последняя банка помидор. Как раз до весны. Но сейчас мне этой банки уже наверное, хватит до лета. Я практически ее не ем. Я чуть мало делала огурцов. Но мне хватило. Единственное, я так захотела рассольник. Что я спросила у мамы банку. Бывает, я это не хочу сделать. Вот эта банка. У меня было 3 там гуса. Так и стоит. Ну, покушали. Очень вкусно. И еще у меня в планах выпустить эстафету конкурс. Эстафету, о которой вы узнаете в следующем мукбанге. Там вкуснее. Обязательно еще буду делать такие котлетки. Сложнее трава еще будет. Вообще, что я сейчас понял, что я, знаете, с кого начинал YouTube вообще смотреть? Я смотрел на YouTube, но я такие смотрел передачи про похудение, мошенники на сайте знакомств. А еще вспомнил, вообще начала я смотреть YouTube и много у нее видео смотрел с канала Саранча. И что? Я ВКонтакте нашла ссылку и прошла по ней, как они первый раз пробовали ролл. И тогда я подписалась. Я долго смотрела. Ну, потом уже других так начинала потихонечку смотреть. Морскую, Марину. В общем, вот так вот. Потом кого я смотреть начала? Будни Аня. Она все про выживание говорит. Потом еще. Ну, в общем, вот так закрыл. Мама отличника. Я что-то. Лет, ну, нашла, когда она с Михалычем разводилась. Начала смотреть. Когда он у нее гульнул. Мне кажется, Михалыч что не так пьет. Это все хайп. Ну, чтобы. Ну, артисты. Театр одного актера. А другие ему подыгрывают. Все. Больше ни о чем. Поэтому я с вами покушала. А еще я сегодня кое-что вспомнила. Я вам как-нибудь расскажу, что вы обо мне не знали. Расскажу. Как-нибудь в другом видео. Все. Всех люблю, целую. С вами была я, мама Наташа. Я мама Наташа. Мой канал, который называется «Мама Наташа». Подписывайтесь на мой канал, заходите в гости, ставьте лайки. И мы с вами обязательно будем вместе и продолжать дальнейшую борьбу за существование на поприще канала YouTube. Ну ладно, я шучу. С вами была богиня мукбангов, мама Наташа.
И еще раз чмоки-чмоки. Все было супер-пупер вкусно. Почему я сказала «и»? Потому что я это слово забыла. Было супер-пупер вкусно. Все-все-все. Пока-пока.